Всем привет, с вами блог Bad Science, и сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Поехали. Полковник 16 спрашивает, как правильно давать название для видео, а также описание и теги для того, чтобы видео выходило в топ-поисковике, короче говоря, как оптимизировать видео на ютубе. Очень хороший вопрос. Хрен его знает. На самом деле есть очень много способов монетизировать свое видео, но основной и самый лучший способ монетизации лично для меня это всего лишь регулярно снимать качественный контент на свой канал. Экслетал спрашивает, чувак, можешь нарисовать прикольную заставку для канала? А чем тебе это не нравится? Как взорваться самому? Следующий вопрос. Бумца 74 пира спрашивает. Джон, скажи, а ты сразу начал снимать на GoPro? Или ты снимал на твой iPhone самое первое видео? Еще где ты научился делать так, чтобы тебя было не скучно смотреть первого видео? Просто есть такие скучные люди, которых прям неохотно смотреть. Уже на вкус и цвет, как говорится. Но есть много людей, которым неинтересно и меня смотреть. Не будет всем интересно всегда все. Или не будет человек, которого интересно смотреть всем. Так что у меня своя аудитория, которая смотрит меня. Но многие люди меня не смотрят. Не любят смотреть мои видео. Поэтому тут уж как бы сам смотри. Если ты хочешь сделать какие-то интересные видео, тебе нужно выработать собственную подачу. Тебе нужно научиться снимать видео именно в своем стиле, а не повторяя кого-либо. Потому что если ты снимаешь видео в своем стиле, ты приходишь в итоге к собственной технике создания видео. И таким образом к тебе будет приходить все больше и больше аудитории. А если ты пытаешься повторить какого-нибудь Ивангая или там PewDiePie, например, или же +100-500, то ты просто возьмешь идею, но у тебя не будет собственной подачи. И поэтому люди это заметят. И так как они знают всех этих видеоблогеров, обзорщиков и других ютуберов, они просто-напросто обосрут тебя и скажут, что ты просто повторил чужой контент и попытался его перекривлять. Как бутылки взрывать, чтобы не прогорали они? Без понятия, чувак. А когда исполнится 18 лет, то я думаю, ты уже не захочешь этим заниматься. Ясного Роса. Прикольно. Я там был. Я тоже из Краснодара. Илья блогер говорит. Ну, окей. Молодец. Андрей Юшевский говорит, как раскрутить свой канал? Я сказал ответ на этот вопрос в самом начале. Просто регулярно снимать качественный контент. И прикладывать чуть больше усилий, чем требовалось бы при создании каждого видео. Я думаю, это на первых шагах самое важное для того, чтобы ваш канал каким-либо образом раскрутился. Бум74пира снова спрашивает. Женя, ты просто самый лучший блогер, смотрю тебя с 7000 подписчиков, просто люблю смотреть твои видео, спасибо, что начал помогать новичкам в ютубе. И, кстати, ты почему забыл про старые каналы, которые ты раньше вел? Дело в том, что физически мне очень трудно вести несколько проектов, поэтому я просто сосредоточил всю свою энергию на том канале, который у меня выстрелил. А если я буду рассеиваться на остальные каналы, то в итоге ни один из них, как говорится, за двумя зайцами погонишься. Хрен тебе. Как начать снимать? Андрей Ильин. Берешь камеру, значит? Ну, ты берешь камеру или телефон и включаешь видео. Затем снимаешь себя. Вот и все. Если тебе нечего снимать или тебе нечего сказать, снимай, как ты молчишь. Ты уже начал снимать. Ты уже сделал действие. Главное это сделать действие, а не то, каким образом или насколько крутым оно должно быть. Главное, чтобы ты сделал это. А потом уже ты будешь думать, как это сделать лучше. Вот и все. Это мой метод. Я долго искал какую-то волшебную таблетку или супер технику того, как постоянно снимать видео. И пришел к осознанию того, что ее нет. В каком бы состоянии ты не был, насколько ленив ты не был бы, насколько тебе не было бы впадло снимать видео, если ты хочешь создать собственный канал и вести его регулярно, то ты должен при любом состоянии и при любых эмоциях брать и снимать видео, в каком настроении ты бы не был. Я сегодня лег спать в 7 утра, я совсем недавно проснулся, у меня дерьмовое состояние, чувствую себя ленивым, говном, унылым, да. Чё-то приуныл. Тем не менее, я снимаю видео сейчас для вас. Я хоть и не выспанный, я хоть и уставший, я хочу сидеть и тупо залипать в фильмы или сериалы. Я в таком состоянии нахожусь уже полгода, но эти же полгода я не смотрю ни фильмы, ни сериалы, а я тупо через силу, через лень снимаю и монтирую видео. Поэтому, если ты хочешь снимать видео, начни сейчас. Где бы ты ни был, в каком состоянии ты бы ни был, кто бы тебе сейчас не мешал, что бы тебе сейчас не говорили, просто возьми и сними тупо одну минуту свою морду. Вот и все. Надеюсь, я тебе помог. На каком сайте можно скачать Sony Vegas? Ах, по-пиратски поперли, да?
Торрент тебе помощь. Торрент клиент. Я тоже начинал с нелицензионных версий, но теперь я хочу переходить к тому, что ценю труд людей, которые создают софт для монтажа, и начать пользоваться платным софтом и платить за труд людей. Мне кажется, это будет намного проще. А на этом все. Данное видео подошло к концу. Список вопросов здесь уже закончился. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте их под данным видео. А на сегодня ответы на вопросы закончены. Спасибо всем. С вами был Bad Science. Увидимся в новых крутых выпусках на данном канале. Не забывайте подписываться и задавать свои вопросы. Всем пока. Wow.